Ребят, я, к сожалению, не могу сейчас присутствовать на проекте. Вот. Во-вторых, мне нужно сейчас помогать полностью маме. Вот. И бабушке, и вообще как-то финансово решать вопросы финансов, потому что на проекте недостаточно платили, и поэтому как бы, ну, это маловато для того, чтобы содержать семью. Спасибо, ребята, за все ваши соболезнования, спасибо огромное. Так, знаете что, я что-то в дороге, я понимаю, что мне не совсем удобно вести сейчас эфир, но я на самом деле зашла, чтобы хотя бы с вами со всеми поздороваться. Спасибо большое, что пришли ко мне на эфир. Спасибо большое, что большинство из вас соболезнует мне. Нет, я не буду возвращаться. Я не буду возвращаться на проект. Белый Ромашов, я не знаю, будут или не будут. Что-то такая... Нормально все, ребят, все хорошо будет. Спасибо большое, что со мной рядом. Я видела многочисленные ваши сообщения в директе о том, как насколько вы мне соболезнуете. Ваши слова поддержки для меня это просто, ребят, спасибо вам огромное. Знаете, я, наверное, перезайду попозже, потому что как-то очень сильно лагает все, и в общем, как я остановлюсь, я выйду с вами в эфир. Заеду в свой любимый Макдональдс. Наконец-то я могу говорить бренды! Хоть какая-то радость. Вот. Ребятки, в общем, давайте сейчас я заеду в Макдональдс, возьму себе кофе вкусный, и мы с вами сядем, поболтаем. Вы что, сумасшедшие, что ли, реветь? В смысле? Ребят, я вот тут проревела уже, знаете, сколько, выревела слез, я не знаю, я, конечно, еще буду плакать. Я еще буду страдать, я это прекрасно все понимаю, но, конечно, папу не вернуть. И сейчас у меня такие обязанности на меня сейчас просто свалится, что вам и не снилось. Сейчас нужно помогать маме, как-то финансово сейчас находить, где заработать денег. Ну, в принципе, я до этого работала, я, в принципе, как бы, ну, с финансами должна справиться. Вот. Бабушка, потом это через полгода наследство, через там куча всяких разных забот, и просто я не смогу совмещать и проект, и то, чтобы ухаживать за своей мамой и бабушкой. Ребят, спасибо большое за ваши соболезнования. Я на самом деле поражена, сколько людей мне написало в директ с словами и поддержки, и соболезнования. Я реально не ожидала. Спасибо вам большое, спасибо. Не знаю, кто выиграл в конкурс, я не осталась на конкурс. Ладно, ребятки, я перезайду, хорошо? Я вас очень всех обожаю, и спасибо вам большое за слова соболезнования. Просто я сейчас уже не в состоянии плакать, потому что я все выревела, у меня на глазах нету ни макияжа, ни косметики, ничего. И я не знаю просто, когда я перестану уже плакать, потому что для меня папа, это просто был смысл жизни. Держусь, ребята, держусь. Благодаря вам держусь. И вашей поддержке, и вашим добрым словам. Вы просто, понимаете, вы не просто подписчики, вы больше, чем
хоть как-то немножко отвлекали меня от всех этих мыслей. Спасибо вам большое. Спасибо. Я перезайду. Хорошо?